Ну что, друзья, идем на спуск помалу. Хотя, ну да, сейчас 1342 было. Или там, по-моему, чуть больше. Высота. Два с половиной. Водички набрали, все есть, так что все будет хорошо. Честно не скажу, да, вот эти вершины то ли австрийские, то ли итальянские, но где-то вот приблизительно. До границы нам, до 5 километров нам до границы всего лишь. И уходим-то мы налево, вот туда, получается, эту гору обходим. Красиво, конечно, деревья и все. Никаких там бурьянов, ни такого ничего нету абсолютно. Как то ли стрижется, или я не знаю, чем они там. Так, 60 километров ограничение для всех. Из-за этого моста, мне кажется, контролируются весовые здесь контроли стоят, чтобы не слишком грузили, потому что, ну, есть он там, он слева, альтернативная дорога, но видите, по ней даже, ну, мало кто-то ездит, и она такая узенькая тоже. Ну а представьте, вот такой поток пустить вот там вниз, то есть я думаю, это будет караул. Красивые и такие вот и снега. И вот справа еще какое-то озеро искусственное. Мне кажется, здесь какая-то рыбалка может быть.
и практически Италия уже. Так что вот такой вот. Друзья, ну это уже будет Италия, так что берите все самое лучшее, оставайтесь с нами. И вот она, Вип-Итена, и этот подъемник, который, видите, работает все-таки. Значит, там наверху классно. Ну, я не скажу, что там заснежено, но я думаю, что ну, людей, конечно, я не вижу. Хотя вон чьи-то там ноги торчат. Шучу, ноги. Получается вот с этой стороны, а парковка сама Вип-Итена вот где-то будет дальше, сейчас влево и вниз спускаемся. Получается через этот городской населенный пункт надо будет пройти и там у подножия. Вот здесь я не был, я здесь ни разу на этой платной парковке, она, я даже не знаю, она открывается, ну, рамка телепасом, вот этот, который приборчик у нас стоит на стекле. Вот, какова там оплата, не знаю, там идет это все на фирму, в автоматическом режиме все это. И вот, 1800, или сколько, 1600 метров, автопорт, автохофт. Ну, автохофт, наверное, это больше как по-немецкому, а автопорт, это вот итальянское такое слово. Вот, ни разу здесь не заезжал никак, хотя многие коллеги с моей фирмы здесь... Ну, бывает часто довольны, так бывали такое, что там раз, второй, третий так подряд выходной попадается, вот что здесь они, ну, так застает у них работа. И вот как в случае сейчас в моем, у меня осталось показывать по тахографу 3 часа 44 минуты у меня, можно, могу ехать, и все, дальше должен я стать на уикендовую паузу, то есть на выходной. Будем стоять до понедельника. Ну, будем разрывать. Будем разрывать, чтобы не было 45-ки. Сделаем их, короче, по-мудрому, по-умному. Вот так вот. Сам паркинг где-то вот с правой стороны перед платкой, перед начинается вот это вот телепас их нет дороги, вот знак вправо, кто-то уходит вправо, кто-то как-то, ну не знаю, сейчас-то нет, сейчас еще только пол третьего дня и там делать нечего, а вот ближе к вечеру, конечно, там будет забиваться, потому что рабочий день заканчивается. И все. И вперед. Вы превышаете допустимую скорость. Билетик будет брать. Он по-быстрому. Опа. Он взял.
Вот здесь широко, нормально как-то. Ну как, относительно широко. Главное, что вот именно по зеркалам, по высоте, ничего там такого ограничения нету. Вот, бывает, стоят какие-то там табло, какое-то там столбы. И вот поистине, чтобы не снести это зеркало на дверях. Потому что это потом тебя снимут, посчитают как новое, плюс с ресторанной наценкой. Вот так вот, так что чувствовать надо. Интервал и тому подобное. Так, вот этого дядьку, как вы думаете, мы его пропустим или мы его гоним? А мы его гоним лучше. Хотя вот знак. Ба-бам. Ну, в принципе, оно даже погоды никакой не сыграет. Потому что, ну как, ну одна машинка и все. А остальные? Остальные все равно сейчас какого-то догоним тихохода. И все, и будем сунуться. Ну, вот такое. Что-то у меня камера уже не держится. Ладно, друзья, рулим дальше. Уже Италия. 4 число июня месяца 2021 года. Оставайтесь с нами. Thank you.